Здравствуйте, меня зовут Кей. Сегодня 28 апреля 2022 года. Сегодня я пью русское пиво. Это Харзан. Я нашел это пиво в большом пивном магазине, который продает много зарубежных алкогольных напитков. Это выглядит вкусно. Дальше я пью это пиво. Тут будущее. Это очень вкусно. Я чувствую, это хорошо. Легко пить, чем я подумал. И я всегда не пью, алкогольный напиток. Но это очень хорошо. Если у меня возможность пить и есть русские товары. Я хочу снимать видео, представляя на русском языке. Дорогие друзья, до свидания.